Ага, в огороде за... Ну да. Да. В заборе. То есть у него подружка есть у Васи. Может быть, она не на заборе живет, а за забором. В другом доме там каком-нибудь. Там что за забором? Видно что-нибудь? С дырочками, как бы, с щелочками. То есть там живет эта кошка, наверное, да? Да. Да, подушка его. И всегда я знаю, что она там живет. И всегда ну, буду наверное, знать. он из-за нее с другими котами дерется. Из-за этой подружки.